Готово. Я достал список. Гуд. Я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Thank you.
Аванпост наш. Хочешь еще помочь? Посмотри на доску объявлений. Oh.
То что? Человек имеет право. А? Человек имеет право защищать семью. Имеет право сражаться. Имеет право искать месть. Кто это сделал? Три человека против одного недоблесть. Трое с ружьями. Скажите, где они? Три человека с кровью моей семьи на руках. Человек вам покажет. Тебе нужно поработать над дисциплиной. Здесь нельзя палить во что захочешь. Мы не для того, чтобы убивать людей. Черт, сначала стреляй, потом задам... Что? Стреляй! Вижу врага! Thank you.
Это, кажется, ваше. Человек заслужил покой. Прощай. Надеюсь, семья в норме. Планы убить Хойта. Я силен, как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Хм.
Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты непоседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте. Я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3, чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Рабы покупаются и продаются по всему миру. Так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно. О, я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня. Становится все интереснее. Ходят сплетни, что вас убит. Его прикончил какой-то Джейсон Броди. Я поражен. Кто шлепнет Броди, получит кучу бабок. Я король мира! Откуда это у Хойта? Он не придет отмечать мое свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? О, да! Нет тебе кокоса. Эй, вроде ж Дуг говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов! Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь и помни, улыбайся, ты в объективе. Вот, пленник для допроса.
Блять. Райли! Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя! Нет! Райли Броди! О, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Тут Джейсон? Ты жив? Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Das ist gut, ja? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это оставит его людей без глаз и ушей, я? Да.